Доброе всем утречко. Очень жарко. Нам обещают здесь под 40. Мне вообще все равно, потому что когда за мной кто-нибудь приезжает и говорит «быстрее на море», то я быстренько собираюсь. У меня, в принципе, всегда сумка уже собрана. Я иной раз, знаете, уже с утра в купальнике, потому что может кто-то приехать и сказать «быстро!». И я опять смотрю итальянское телевидение. И начинаю вспоминать устойчивые выражения. И вот одно из них вы можете слышать постоянно на данный момент. И звучит оно так. «Sto morendo». Это когда очень жарко, но прям умираю. «Sto morendo». Мне показывают, что во все стороны пробки. Кстати говоря, здесь пробки не из-за того, что что-то произошло на дороге или еще что-то. То есть, в принципе, может кто-то остановиться, поговорить друг с другом с той, с обратной полосы. Я спросила у Энрико, могу я сделать видео? Он так кивнул. Я говорю, да. Я удивлена, потому что он всегда говорит, не надо меня снимать. Он сегодня очень уставший. Ну все, пошла жара. Теперь уже итальянцы поняли, что надо идти на море, потому что уже будет 40 градусов. Все уже перезнакомились здесь. Очень сильный ветер. Видите, даже полотенце придавливают камнями. Ой, сейчас полетит наш зонтик. Мальчик кормит рыбок. Сам ест. Рыбок кормит. Так приятно здесь наблюдать за родителями. Но мамы понятно. Папы, они так относятся к своим малышкам, мальчишкам. Далее деток заводят прям в зрелом возрасте. И как квочки над ними. Thank you.
несемся домой. Что, у меня телефон уже завис. Потому что у меня 12 термин. О, термин! Давно не называла это слово, не произносила это слово, которое в Германии самое важное термин. Здесь оно называется аппунтаменто. В общем, у меня сегодня аппунтаменто. Я посмотрю, как делают минирование в Италии, в частности, на Сицилии. Я не могу сказать, что вода очень горячая. Но сегодня все, заполнены все пляжи. Вот, кстати, Этна, но она всегда чуть-чуть дымит, но сегодня так. Я несколько раз, когда приезжала сюда, а сюда я приезжала уже много раз, я много раз видела извержение. Когда вот это вот красное, это река течет сверху. Когда-то здесь бушевало, все бушевало, потому что все эти камни... Кстати, сейчас так коленкой ударилась, потому что ты не видишь. То есть там очень глубоко, а вот эти камни, они могут выходить почти на поверхность.